18 и 19 мая Брест станет площадкой для проведения международного форума деловых контактов. Заявки на участие подали порядка 15 стран, особенно широко представлена Российская Федерация, из которой прибудут делегации сразу нескольких регионов. Мероприятие пройдет в так называемом гибридном формате, а значит, представители отдельных государств будут подключены в режиме онлайн-связи. Традиционно будем видеть на форуме представителей российских регионов. Ну, кроме этого, заявились для участия делегации представители Азербайджана, Армении, Узбекистана, Индии. Будут еще представители других государств. Это Вьетнам, это Индонезия, ну и ряд других. В первый день форума пройдет пленарное заседание по потенциальным инвестиционным и туристическим возможностям Брестской области. Дальнейшая работа будет разделена на 4 секции – инвестиции, инновации, туризм и медицина, а также города-побратимы. Кроме работы секций, планируется подписание ряд соглашений. Планируем подписать соглашение с областями Республики Узбекистан. Кроме того, там прорабатываем подписание соглашения с одной из провинций Китайской Народной Республики. Планируется подписание соглашения с торгово-промышленной палатой, Брестского отделения торгово-промышленной палаты, с торгово-промышленной палатой городов Вьетнама. Кроме того, планируется подписание соглашения между свободной экономической зоной Брест нашей и региональной торговой экономической зоной Китай-ШОС. В плане мероприятий – посещение ведущих предприятий региона, санаторно-курортных и туристических объектов. Также запланировано проведение контактно-кооперационной биржи на базе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Представители Объединенных Арабских Эмиратов, Кубы, Индонезии, Вьетнама, России и других стран обсудят возможности взаимодействия с белорусскими предприятиями, а также участники посетят города и регионы-партнеры.